Балкано-романская языковая подгруппа – одна из подгрупп, выделяемых в составе группы романских языков. Структурно-восточно-романские языки по ряду черт противостоят так называемым западно-романским языкам, хотя имеют с ними общего предка. Народную латынь включает в себя 5 языков. Балкано-романская речь при этом отличается наибольшим своеобразием в группе романских языков и обнаруживает черты так называемых контактных языков, образовавшихся на стыке нескольких неродственных языковых ареалов. Так, на всех языковых уровнях восточно-романские языки обнаруживают сходство с соседними славянскими языками, албанским и греческим, образуя с ними так называемый Балканский языковой союз. Распространение. Балкано-романская подгруппа – самая малочисленная среди романских. Общее число говорящих на восточно-романских языках – около 28 миллионов человек. Наиболее функционально румынский язык и молдавский язык на территории Республики Молдова и Приднестровья. Внутри этих двух крупнейших языков имеется значительное количество региональных диалектов и говоров, большинство из которых, однако, взаимопонятны. После 1990 года число носителей балкано-романских языков быстро сокращается из-за естественной более интенсивной миграции, в основном по экономическим причинам. Ассимиляция также значительна за пределами Румынии и Молдавии. Проблемы перспективы развития. Южно-дунайские языки, меглино-румынский и румынский, как истро-румынский, находятся на грани исчезновения и распространены преимущественно среди сельского населения в труднодоступных горных районах Балкан. Вместе с романо-славянскими билингвами Сербии, Хорватии, Македонии, Греции и Украины число говорящих на балкано-романских языках около 25 миллионов. На румынском и молдавском языках создана богатая художественная и научная литература. История. Балкано-румынские языки, как и западно-романские, образовались в результате эволюции народной латыни 2-3 веков нашей эры при ее контакте с окружающими языками, в данном случае с греческим, турецким, албанским и, особенно, славянскими языками. Языки. Восточно-романская подгруппа включает северодунайские и южнодунайские языки. Северодунайский и румынский язык. Общая численность, включая молдаван, около 23,8 миллиона человек. Румыния, Молдавия, Украина. Молдавский язык. Общая численность около 3,35 миллиона человек. Молдавия, Украина, Румыния. Влашский язык. Общая численность около 50 тысяч человек. Южно-дунайский и румынский язык, или румынский, или македоно-румынский. Совокупность говоров, объединяемых на основе общих структурных признаков. Число носителей не может быть установлено точно, от 15 тысяч активных носителей до 250 тысяч человек. Века румынского происхождения. Стандартные оценки: около 60 тысяч в Албании и 50 тысяч в Греции, около 30 тысяч в Республике Македония. Менглинский язык или меглинский или меглино-румынский от 5 тысяч до 20 тысяч человек в Греции под угрозой исчезновения. Истриотский язык или истро-румынский менее 1 тысяча человек в нескольких селах в восточной части полуострова Истрия. Далматинский язык – собирательное название вымерших идиомов романской группы индоевропейской семьи, на которых в средние века говорило население Далмации. Сравнительно-исторический анализ. Структурно-восточно-романские языки по ряду черт противостоят так называемым западно-романским языкам, хотя имеют с ними общего предка народную латынь. Характерные черты таковы: постпозиция артикля, субстантивация классического лад, инфинитива наре, широкое распространение конъюнктива, высокая продуктивность четвертого спряжения у глагола, наличие морфологической палатализации согласных, многочисленные хорошо адаптированные лексико-морфологические заимствования из славянских и других соседних языков, своеобразие восточно-романских языков, вызванных ранее изоляцией от основного романского массива Западной Европы массами переселяющихся народов, в первую очередь славян, венгров и германцев. Субстрат восточно-романских языков носит по большей части дакийский, а не кельтский, средиземноморский, италийский характер, как на Западе. Суперстратное влияние славянских языков восточной Романии очень сильно и отмечается на всех уровнях балкано-романских языков. Многочисленные утратные элементы в 19-х веках были целенаправленные попытки к сближению двух групп языков лексически путем релатинизации лексики крупнейшего из балкано-романских языков румынского.